Эхо Второй мировой. В селе Новотаврическое Ореховского района местные жители обнаружили взрывоопасные предметы. Приехав по вызову, пиротехники нашли целое бомбохранилище времен 40-х годов прошлого века. Сейчас место взрывоопасной находки оцеплено и ведется разминирование. Боекомплект уничтожат на специальном полигоне. Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям в очередной раз просят запорожцев быть бдительными и сообщать им о подозрительных предметах. Местным жителям при земляных работах было обнаружено предварительно две авиационные бомбы, бомбы калибром 100 кг. После выезда пиротехнической группы было обнаружено 4 авиабомбы калибром 50 кг, 2 авиабомбы калибром 10 и 1 калибром 5 кг.